Всем кусь, ребят, с вами Леоми, и добро пожаловать обратно в Брататопотату, в нашу картошечку, наш картофанчик. И у нас уже, ребят, красуется версия 1.0.0.3. Вышла игра в релиз 23 июня, буквально в пределах получаса назад примерно, что-то в таком духе. У нас добавили, ребят, 5 новых элиток, целых 5, Карл, я вообще охренел, честно, я думал, что гораздо меньше будет. 6 новых персонажей, 7 новых оружий, 6 новых предметов и 12 челленджей новых. Я так понял, что это вот эти вот анлоки именно. То есть 6 на персонажа и 6 анлоки за персонажей. Оружие, судя по всему, и предметы какие-то частично открыты, какие-то частично закрыты. Я без понятия, есть ли что-то хоть где-то, что у меня доступно. Но по персонажу, ребят, достичь 20 уровня надо. То есть персонажа именно закончить волну с 10 или более живых деревьев. Приманка — получить 2 в забеге, это которая вызывает мобов особых. Завершить волну с 1 УЗ, иметь сразу 3 оружия 4 уровня и получить разные белые предметы, судя по всему, 10 штук. Все это достаточно легко достигается, но это надо сначала анлокнуть. Я, ребят, быстренько сейчас, давайте, допустим, я 20 уровень достигну за, соответственно, мутанта. А вот и 20 уровень, кстати говоря. Открылся мне за это студент, я, соответственно, ребят, продолжать забег не буду, потому что у меня было целью чисто анлок сделать. Открывается ученик, если быть точнее, да, ачивка называлась студент. Проходится у нас, соответственно, просто, как и все остальные будут, но требует немножечко, скажем так, они у тебя со старта не открыты, эти персонажи, судя по всему. За, хоть ты и до этого даже совершал подобные действия, допустим. Ученик. Плюс 2 урон в ближнем бою при повышении уровня, плюс 1 урон в дальнем бою, плюс 1 стихийные уровни и инженерии при повышении уровня, минус 2 мах УЗ при повышении уровня. Ого! Он качает себе дамаг, но теряет ОЗ при повышении уровня. Учится, да? Но при этом здоровье теряет. Как символично, да? Мозгов больше, здоровья меньше. Окей, за него мы и пойдем тогда. Вопрос в чем? Мне кажется, что он может очень неплохо пойти через дубинку кактус на самом деле, потому что у него буквально качается то и другое. Хотя нет, знаете что? Он может пойти вообще через что угодно. Он может кашу-малашу себе намутить ведь. Он может пойти буквально со стихийным, с инженерией, с... сало, мед, говно и гвозди набрать и при этом не страдать от нехватки урона. Но ему нужно хп. А хп — это, например, посох бесплотная, да? Но мне его будет мало. Блин, он и дальний урон качает. То есть за него реально можно в себе все это набрать. Любопытно весьма. Я думаю насчет того, что призрачный скипетр себе взять в самом начале. Либо, блин, даже не знаю. Потому что в начале он 20 киллов не будет делать за волну. Да и потом у него отжимать, возможно, будут. А прикиньте, как у него доска будет скейлиться. Она будет скейлиться от трех параметров одновременно. Обычно она просто имеет альтернативу скейла, но они не перемножаются тебе, как бы нет особой выгоды, да? Ты просто можешь качаться через разное. А тут она сразу от всего будет в себя вбирать. Это же жесть, слушайте, это весь урон. Я хочу электрозаточку и хочу доску себе. Но давайте с доской, наверное, начнем. Соответственно, 5-я угроза, погнали начинать. У меня, я не знаю, сейчас я там элиток, соответственно, себе не включал, потому что у меня была нулевая угроза до этого, я ничего там не смотрел. Единственное, что я увидел, ребята, то, что у нас предметы, судя по всему, со старта какие-то открыты. Я не читал их описание, но, по-моему, 2 каких-то предмета новеньких я встретил, пока там бежал. Ну, соответственно, ничего не узнавал, не читал и так далее. Будем смотреть все постепенно это, и дерево я не успел немножечко сломать, ну ладно. Так, что мне нужно, соответственно? Мне нужно качать хп. У меня 11 из 9 хп, между прочим. Мне нужно качать скорость, мне не надо качать вот эти плоские статы. Но нужно качать процент к урону. Про это не забываем, соответственно. И 5% к урону выгодно вкачать, сестря, потому что белый цвет у трицепса выгоднее качать, чем более высокие. В том плане, что он там не такую большую прибавку по статам дает, в принципе, тебе. Относительно других параметров. Так, можно удобрение взять себе, сбор повысить сразу же, прилично даст мне на самом деле материала суммарно. Немножечко мире просядет, но я думаю, не критично. Давайте возьмем это в начале. А дальше я все-таки хочу себе искать оружие. Во, острая пуля, мне вот это попадалось. Уникальный, это белого цвета, соответственно, только один предмет нужно получить. Снаряды пробивают дополнительные цели до 1, минус 20% урона при пробивании, минус 5% общего урона. Опаньки, а вот и решение проблем дальнего оружия, между прочим. То, чего дико не хватало. Пробивание, потому что оно было, блин, редким. А здесь есть более дешевый вариант. Конечно, минус к урону при пробивании, но все-таки это очень ценная штука для них. Он только одному экземпляре может попасть, но тем не менее это очень круто. Так, окей, я все-таки доску одну еще нарулил, чувствую, что должна попасть сейчас. Теперь здесь, кстати, пишется вперед волна в скобочках 2. То есть пишется, какая следующая будет волна, потому что я бывал иногда с этим путался. В магазине указана текущая волна или следующая. Порой это как раз-таки вот так вот терялся. Я говорю, братан, это такая игрушка, которая, она, знаете, она очень по-человечески сделана. Вот что я могу насчет нее сказать в первую очередь. И мне, блин, нужно как-то хп себе будет сейчас наращивать, либо со статов набирать. Ну, каждый левел минус 3 хп, это, конечно, жестко.
Вначале у меня прям хп может сильно не хватать, потому что оно будет падать, а при этом качать я его буду... А, стоп, погоди. Минус один хп за левел, потому что у меня за левел, за левел ап мы повышаем хп. То есть итогового значения приходит минус один хп, фактически. Так, это я все-таки рольну. 8 сбор. Ладно, допустим, будет сбор пока что. Еще одна доска. Ну давай. Сломанная челюсть, в принципе, можно взять такой вот резерв небольшой. Минус реген, правда, дает, но все-таки она дает прилично. Знаете, сумку для начала. Сломанная челюсть тоже давай, пускай будет залочена. Почапали дальше. Я так понимаю, ребят, что у меня оружие, скорее всего, будет открываться за персонажей, потому что я там прокрутил персонажей в менюшке, да, и ни у кого из них, по-моему, нового оружия не добавилось. То есть, скорее всего, новое оружие сейчас у меня залочено. А вот предметы, походу, они со старта у тебя открыты, либо открыты... Ну, наверное, да, со старта. Потому что если бы они были в анлоках, то они были бы закрыты все-таки. Так, сундучок, мешок сразу практически полностью окупился, считайте. Ну, правда, он еще минус небольшой, немножечко тебе стата дает какого-то. Но это вообще копейка. Напомню того, сколько он приносит. Этого я уже не вынесу. Мне взрывной урон будет хорошо качать для этих самых, для досок еще, конечно. Шанс выставить СЗ при сборе. Давай возьмем, потому что мне дальний бой не особо нужен. Инженерия, скорость бега, скорость атаки, 5 удачи. Давайте ролим разок, я думаю, что здесь найдем, скорее всего, что-то полезное, да. 5% крит удар, допустим, 10 удачи еще. Давай. Пойдет. Так, больше деревьев, сломанная челюсть. Я ищу электрозаточки еще себе. Я бы хотел вот 3-3 сделать в идеале. Это лочим, стремную пищу тоже я хочу взять, наверное. Ну, пока что доску берем в приоритете. Растение можно было бы, да, кражу здесь подкачать. Блин, с хп будет беда, кстати говоря, действительно. Надо его быстренько-быстренько как-то все-таки в плюс вывести. И мне, вы знаете, вот я почему думал взять сначала посох призрачный, потому что мне потом призрачный посох хотя бы один будет найти тяжело. Мне сейчас, видите, постоянно доски теперь попадают, потому что я их взял в начале, и все, у меня они попер, соответственно, акцент в забеге на них, в первую очередь. Найти те же посохи становится тяжело. Но вообще на этого персонажа можно много на нему серии посетить. Много не серии, точнее забега, в принципе, да. Потому что он может играть через что угодно и может комбинировать именно дальние мили бой. И не только дальние мили, да, как у нас разносторонний мог делать, если я не ошибаюсь. Но и стихийную инженерию при этом еще. Но инженерию, наверное, все-таки не настолько выгодно, потому что ей процент урона не настолько нужен. Так, тут я что? Я бы хотел ролить, наверное, то у нас 5-й левел, здесь будет что угодно. Все синенькое. Давай 2 брони. Еще одна доска. Ну, я, собственно, беру себе доску. Стремная пища, ролл, электрозаточка фиолетовая, замечательно. И при этом мы можем спокойно, смело докупать турели, потому что инженерия стабильно сама по себе тоже качается. Но не забывайте про хп. Хоть какие-то источники хп мне тоже будут нужны. Потому что у меня его сейчас 10, для этой волны это прям вообще ни о чем. Давайте я его куплю. Вот так вот. Не то, что для этой волны. В принципе, это очень мало. Поэтому этот стат надо у нас, знаете, как вот такой вот... Как наш ресурс, скажем так. Мы хп обмениваем постоянно себе на дамаг. Соответственно, с дамагом у нас проблем не должно быть особо. Мы только немножечко процентный урон добавляем. Там скорость атаки, может, критов. Плоские статы не нужны. Но нужно хп вовсю. Желудок был бы идеален. Волшебный глист тоже был бы идеален. Только найди, само собой, это себе. Если не находишь, то просто стабильно себе его подкачивай там с левелапов. Особенно, если редкие попадаются. Еще без каких-то предметов там и так далее. Перекачивать статы вот так вот нужно будет тоже, соответственно, делать. Так, мне бы собрать этот лут, но мне не дают, блин. Пустите меня. Отлично, хоть немножко пособирали. Так, инъекция. Я не уверен, что я хочу себе минус 2 хп брать, если честно. Что-то как-то... Хотя у меня 2 левела впереди. Давайте возьмем и получить разные предметы. Да, вот красный мусорщик дали мне ачивочку. 3 регена, ну давай. И теперь я хочу хп. Я не хочу себе дальность, но мне дальности много предлагают. Нет, давайте все-таки... Ладно, броня так броня. Хорошо, хп качаем. Что-то я чувствую, сейчас будут проблемы, если честно. Нужно срочно здоровье. Хотя и мины я не могу не брать, наверное. Ну, хочется взять все-таки. Инженерия подкачиваются у нас. 5-я волна. Поехали. Электрозаточка будет очень хорошо. У нее, считайте, обычно ты можешь пойти хоть через стихийный урон. И электрозаточка чувствует себя комфортно, потому что у нее эти молнии прямо это от души лупят. Чистят врагов только так. А тут она еще и сама по себе будет дамажить, а не только молнии имеет себе. Что весьма приятно. И меня прям реально, кстати говоря, уничтожают. У меня хп очень мало. Нужно срочно его лапать. Причем оно у меня в процессе волны, я так понимаю, сразу будет понижаться от HP-апов. От левел-апов, точнее. При этом у меня текущее остается, то есть у меня... Да, у меня есть текущее как бы здоровье остается, у меня есть некоторый запас здоровья, но при этом... Потом я не восстановлюсь. У меня сейчас 9 хп есть, но если я получу урон, потом у меня будет 7 уже на этой волне максимум. Нужно срочно, меня с одной тычки сейчас будет шотать. ХП нужно, не 3 хп, пожалуйста, побольше бы.
6 хп, замечательно, спасибо. Взрывному урону, хорошо. Лимонад, хорошо, этот тоже хорошо. Все хорошо, я все беру. И ищу себе еще хп, срочно. Но от деревьев я не могу тоже отказываться. От электрозаточки беленькой в том числе. Тоже не хочу отказываться. Черт меня возьми, я по-моему сейчас закопаюсь просто тем, что у меня перспективный очень забег, но он может не выжить. Он может немножечко не продержаться начальный этап этот. Предметов много хороших, но нужно сейчас резко увеличить себе показатель здоровья. Срочно просто вот. Так, где яйца? Яйца должны были сейчас появиться. Яйцо! Не успел. Ай-яй. Не есть, хорошо. Не знаю, какие у нас там новые элитки появились. Их целых 5. Я думал, что появится какой-нибудь босс. А у нас нет. Боссов остается все так же по-прежнему 2. Я, кстати, не знаю, что насчет того, что... Будет ли в Бродата какие-то дальнейшие обновления, кстати говоря. И если кто-то знает, если об этом разработчик писал где-то, то я буду признателен, если мне кто-то об этом тоже сообщит, потому что я без понятия. Как собирается она дальше обновляться? Наверное, собирается. Вопрос, какую модель развития она хочет принять. Игра. Я не откажусь от DLC на нее, платно в том числе, да, и поддержка разработчика, это будет хорошо. Так, бандану я не хочу. Она будет, возможно, пробивать доп. Цели при помощи моего стихийного ножа, но все-таки не то, что я это ищу. Минус 10% урона ко всему, это того не стоит, я думаю. Это мне не надо. Доска синяя. Берем. Палочка волшебная не надо. Ролл. Есть 8 хп. Минус уклонения, но у меня и так в минусе. В принципе, минусуем дальше. Еще больше, да? Бонус на опыт. Не уверен, что я хочу себе брать. Давайте рольнем еще разок. Ну, доску берем тогда пока что. Платный DLC какой-нибудь там будет, просто обновление по игре. Я бы не отказался бы от DLC каких-то, да, но чтобы игра не приняла такую модель развития, как в Dead Cells, как в Vampire Survivors, как в Gunfire Reborn, когда у тебя просто плоская игру в глубину практически ничего нового принципиально не дают, у тебя просто вот наваливают контент один за другим, и как-то оно потом уже не так интересно, что ли, ощущается. Хотелось бы что-то, если будет добавлять что-то, то чтобы это было что-то иное совсем. Но насчет этого я без понятия, что у нас там как. Собственно, игра была в раннем доступе почти целый год. Что-то в таком духе. То ли в октябре она в начале, то ли в конце сентября вышла. В ранний доступ. И сейчас, конечно, в ней и контента много. И, блин, он остался таким же кайфом. И при этом какие-то моменты еще и к тому же улучшались. Очень я ждал тоже ревиза. Специально не торопился, ничего себе не спойлерил. Ни название персонажей, ребят, ничего абсолютно. И мне просто про это тоже не писать. Кто там что хорошо, кому что там брать и так далее. Все постепенно сами посмотрим. Так, урон в дальнем бою, урон стихийный. Минус 3% скорости. Я не думаю, что я хочу себе процент скорости понижать, если честно. Мне кажется, это необходимый стат, который я хочу себе оставить. Процент скорости атаки давайте возьмем. У меня процент урона уже есть, хотя 12 всего лишь. Так, рольнем. ХП. Давай ХП. Надо его качать. 30 это все еще немного для этого этапа. Это возьмем, остальное пока мимо. Электрозаточки синие. Давай я объединю, пожалуй, себе доски. У нас при этом доски, они разрывные стихийные. Стихийные у меня сет остается. Электрозаточки дают стихийные, но они же дают точные. Правда, у меня оба сета, как бы оба предмета дают по 2 сета. Один сет совпадает, второй нет. Второй, соответственно, будет и там, слабенько весьма себе собран. Но, тем не менее. А ну, радио взрыва, между прочим, качает, что весьма приятно для досок. И такой стат, который трудно повысить. Но, к сожалению, мы его не апнем себе. А, статуэтку, смотрите, бафнули. Теперь она плюс 40%, 40 параметров скорости атаки. Раньше было 30. И, по-моему, статуэтка еще, если не ошибаюсь, ей стоимость понизили. У нас, ребят, да, если что, в Стиме там целая пачка есть изменений. И вот так вот это примерно выглядит. Апдейт 1.0.0.3. Вот этот вот новый контент. И балансировка. Тут вот целая пачка всего-всего-всего. И также есть какие-то фиксы. Я, ребят, это не читал все. Если кому-то хотите, можете перечитать. В Steam есть новость с этим. Так что сейчас, ребят, есть смысл на некоторые старые предметы заново их перечитывать, обращать на внимание на их статы. В принципе, здесь вот кратенько прописано, что все сразу заметно. Правда, насчет оружия я могу какие-то моменты не учесть, потому что не заметить, потому что я не знаю статы базовых оружий. У предметов еще это более-менее бросится в глаза, у оружия вряд ли. Но это я не хочу себе брать. Все равно. Так, плюс кража жизни. В принципе, мне какой-нибудь реген нужен. Реген у меня нет совершенно почти. Кражение тоже по нолям. Минус отталкивания, конечно, да. У меня отталкивания и так толком не было. Хотя у доски было чуть-чуть совсем. Стало совсем ни о чем. Восьмая волна. Следующая будет фармовая. И мне вот нравится как бы такой стиль игры, на самом деле, какой-то перс. Потому что интересно бывает, знаете, поиграть с каким-то одним оружием, упороться. Но мне нравится в том числе взять себе просто кашу-малашу из всего. Но обычно, если кашу-малашу, ты мог взять одного элемента, одного, там, типа, стихийное, либо там дальнее, либо милишное, то он может все подряд. Весьма такой, вы знаете, персонаж не на один забег, скажем так. Не на разовый опыт игры какой-то.
А можно с ним совершенно что угодно просто такое творить и дополнять одно с другим. Что весьма прикольно. Поэтому этот персонаж я, по крайней мере, на первый взгляд, ставлю лайк. По-моему, интересно сделано. Там еще 5 будет других, соответственно, разные механики будут тоже обыгрываться. Я думаю, что, ребят, формат прохождения Брататы я оставлю такой, который у нас был сейчас вот доп-видосиком, который с кем-то другой игрой выходит. Один забег, либо один персонаж, точнее, до победного, соответственно, да, как получится 20 слон, чтобы я прошел. А дальше куда получится зайти, в принципе. Давайте удачу возьмем себе. 9% скорости бега, это приятно, давай. Это мне пригодится. Так, электрозаточка синяя. Адреналин, шанс на уклонение 5%. Не уверен, что я уклонение себе в плюс доведу. Тем более, что если доводить его, то точно не адреналина, наверное, стоит. Как бы нормальный, хороший предмет, но сейчас уже под вопросом все-таки. Не тот стат, который мне сейчас стоит обратить на него внимание. Надо по другим выравниваться скорее. Лимонадик. Можно садик взять себе. Растение. Перекачка статов полезных для меня. В принципе, реген тоже нужен. Пускай будет. Помидорка. Замечательно. Двустволка. Не надо, погоди-ка. Не тот забег. Только что бегал за то самое, за многоглазого. С ним двустволки у меня были. Пламенный кастет будет, кстати, хорошо за него работать, потому что он, типа, ну, стихийный в том числе, да? У него огненный урон будет качаться и мили-урон. Тоже вполне этот персонаж раскрывает это. Так как другие персонажи не могут сыграть, собственно. Тентакли. У меня криты немножечко есть. В принципе, можно тентакли взять вполне, я думаю, тоже. Топливный бак нет. Доска синяя. Окей, пойдет. Вот так сделаем. Все, погнали дальше. 9-я волна. Фарм. У нас есть помидорка. У нас 28 хп снова. Блин, у меня же было уже 30, почему несколько волн назад. Я, походу, хп вообще не качал, а оно падало постепенно. Как бы он много больше статов получает, чем теряет, конечно, да? Гораздо больше. Но не всегда тебе эти статы необходимы. А здоровье — это то, что тебе необходимо всегда. Но при этом все равно как бы больше у него плюс идет от своей обилки. Гораздо больше плюса. В среднем. Но надо по-прежнему не забывать про здоровье. Нужно много на него акцента делать. Сейчас у меня оружие, в принципе, неплохо выкачано. Пассивки какие-то любопытные имеются. Надо побольше восстановления и побольше здоровья. То есть на выживаемость делать акцент скорее. Потому что врагов, в принципе, мы выкашиваем более-менее нормально. Дроп собирать, правда, бывает тяжеловато сейчас. Как-то он везде так размазан у меня находится. Но враги особо нас в основном не касаются. В основном мы всех выносим. Успеваем. Пока что. У меня, кстати говоря, одна только элитка сейчас выпала. То есть будет две орды. Не знаю, увидим ли новую элитку или нет. В принципе, шанс большой, потому что элиток стало в 2 с лишним раза больше. Раньше было 3 элитки, сейчас 8 теперь. Я так понимаю, это жесть, разница огромная, конечно. Ролл еще, дай хп. Хп не дает. Скорость атаки, допустим. Здесь минус хп снова, мины возьмем. У меня копилка нет, факел нет, ролл. Еще мины. Стоит ли брать шрам? Ну, давай шрам возьмем, ладно. Ролл. Соус ради хпшечки хоть сколько-то. Вот это можно, кстати говоря, для меня на самом деле. И крит удар, и стихийный, и мили, и дальний, и инженерия. Всего-всего это предмет, который идеально для него подходит. Я думаю, что он в пуле этого персонажа находится. Он как бы ему не необходим. Но он ему прям все статы, которые он дает позитивно для меня весьма. Так что, наверное, я его залочу себе тоже буду брать. Как вариант, еще через него, кстати, за этого персонажа, кстати, играть через примитивное. Потому что примитивное — это типа 15 хп. Это как бы такой ресурс-резерв был бы тебе. Не навсегда, но тем не менее это весьма жирный баф, чтобы попроще продержаться этот начальный этап. И как-то вот так вот более-менее оторваться по хпшечек, скажем так. 14 урона он бьет, нихрена себе. Это у меня брони сколько-то там вкачано. Сколько у меня? 4 брони, мы поглощаем 21% урона. Меньше получаем. Тем не менее, бьют нас весьма себе сильно. Был еще вариант у меня, знаете, типа, сначала пойти первую серию такую осмотрительную сделать, да, не за нового персонажа, но потом подумал, что нового оружия у нас анлокнутого со старта не было. Предметы под вопросом. Я решил, что все-таки анлокну персы быстренько и за него краски сделаем забег. После, ребят, 6 этих персонажей, либо мы будем... Несколько у меня вариантов было поиграть еще за старых персонажей. Но главная мысль еще есть. Есть какие-то контент-моды, которые не персонажи добавляют, а какие-то предметы, там, оружие и так далее. Может быть, их себе поставить и попутно на них смотреть еще. Закрывая старых персонажей, соответственно, каких-то, играя за них еще, вспоминая их. А если они закончатся, и игра по-прежнему аудитории будет интересна, и мне тоже, что я буду очень даже не против.
то еще какие-то моды, типа там ГМО мне очень советовали, рекомендовали, хотя я не хочу очень, не хочу упоротые моды какие-то, я хочу именно интересные. Я ищу хп себе, ребят, срочно хп нужно, 9 хп, окей, отлично. Еще бы хп было бы неплохо. Дач тоже хорошо, скорость атаки тоже будет полезно. У меня скорость атаки у оружий 0.97, 0.83, 0.67. Ну, есть куда качать, не скажу, что прям сильно куда много прям. Но все равно полезно мне это будет. Мудрость, хорошо. Слоненок, наверное, пускай будет тоже. Я беру и то, и другое, и третье. И безумие тоже можно, в принципе. Ролл за 0. Пиявка. Пиявка раньше давала минус 2 сбора или минус 4? Или минус 6 вообще? Что-то я не помню, честно говоря. У меня такое ощущение, что здесь какая-то другая циферка была. Я ее возьму себе, тоже будет хорошо для меня. 37 хп. Это чуть-чуть получше уже, но все равно все еще мало. Хочется уже иметь под 50 где-нибудь на этой волне, если честно. Тем более, что у нас какая-то волна... Погодите, а это не ордали? Враги хаотичны слишком со всех сторон тут. Хотя их мало. Помнить не орда все-таки. Сейчас посмотреть, где у меня там орда, где нет, я не могу. Не уверен, я не помню, какое у меня там было записано, в общем-то, оно на каком мне выпало. В общем-то, разные у меня есть смысл, ребят, но я думаю, что вот такой вот формат по одному персонажу в серийке самое оно. Как раз таки это и полноценно посмотреть на персонажа, раскрыть его потенциал там, никуда не торопиться. Изначально я думал, что просто игра гораздо быстрее исчерпает в себе интерес аудитории, а оказалось, что, в общем-то, нет, ни у меня, ни у аудитории. Она не надоела, поэтому я вначале так по два персонажа за серии смотрел. Втором кругу был сильно не уверен, что они будут. Замечательная игра себя показывает на дистанции. Она так и не надоедает мне, я не знаю. Она так приятно играется, так приятно ощущается. И каждый забег по-своему интересен. Так, волну мы тем временем почти прошли. У меня и фрукты хорошо хиляют. Источников лечения у меня, в принципе, на самом деле достаточно. Но нужен запас здоровья. 10 удачи, давай, у меня есть. Давай это тоже. Скорость была бы полезна. Но я еще все же... Стоп, а это был... Ох ты, блин. Это был не тот левел, на котором все фиолетовое. Тут он так выпало просто удачно. 2-4 регена, ладно, допустим. Охотничий трофей. У меня есть крит удара, он должен принести много денег. В перспективе особенно, но вот сейчас он долго себя долго будет окупать. Я знаю, что меня сожрут в комментах, если я его не возьму. Слишком уж много фанатов этого предмета. Я понимаю, что он для мин-максинга очень хорош. Но вот сейчас для прохождения 20 волн он едва ли себя окупит, и окупит весьма поздно. Но я все равно возьму себе, но не скажу, что это прям правильное решение какое-то было. И да, ребята, это была орда, кстати говоря. 15 и 17, окей. Учтем. Сейчас надо по полной программе искать и ролить себе на хп. Потому что дамага хватает. Плоских статов у меня 38, 19, 25, 20, до хрена. Процент к урону низкий, но он у меня от мудрости бафает, это у меня от нее как раз-таки отрицательный сейчас. Хотите-ка. Не уверен я, что мы сможем элитку снести. Потому что мне с ней агрессивно как держаться будет тяжело, да и... Вдруг там будет какая-то новая элитка, я не знаю вообще. Что она будет делать, насколько она будет опасная. Интересно, что там еще придумают такое разработчики. Какие будут там новые оружия, в том числе, кстати говоря. Тоже через сей хотел бы я более-менее так полноценно поиграть. Но всему свое время, все успеем. Никуда особо не торопимся. Так, мне немножечко поджимают. Я боюсь, что вот одну тычку я могу отходить, и резерва с хп у меня просто не хватит здоровья. И потом меня очень быстро снесут, я не успею восстановиться. Можно около садика тусоваться. Вот, например, вот так. Вот про что я только что начал говорить, да? 20 удачи, это много. Это очень много. Так, ролл, краж жизни, уклонение. Все хорошо, можно хп? 3 брони. Ну, тоже выживаемость. Павлин, хорошо, конечно, но я боюсь, что могу не выжить. Хотя, скорее всего, должен выжить. Должен выжить, на самом деле. Хотя я не помню, на какой волне какие враги. Может быть, сейчас там что-то будет противное, кто его знает. Обезьянку можно взять. Давайте возьмем его, ладно. Еще один павлин. Это уже, по-моему, перебор. Это уже как-то опасно звучит совсем. Один инженерия за стихийный урон. У вас плюс 26. Оно мне 26 инженерии даст сейчас, получается. И просто у меня инженерия будет гораздо быстрее качаться. Охренеть. Но у меня на инженерию только мои турели, мины. И типа, я не знаю, сколько оно того стоит. Честно говоря, мне это, по-моему, не надо. Мне нужно сейчас хп. Если я от чего я умру, то от недостатка хп именно. А не от недостатка дамага. Конечно, одно бывает. Сейчас мы случаем другого, скажем так. Одно может... Нехватка дамага может создать нехватку хп. Но, по-моему, это не тот случай.
Сейчас у нас так в целом все неплохо. Нас, считайте, мы в мире деремся и запускаем молнии дальше. Где-то у меня турельки отстреливаются. Но два удара, и я труп. Это, конечно, с повышенным уроном по мне от павлина, но тем не менее. Все равно весьма опасно. Так, тут есть здоровый жук. Если сейчас пойдут бронированные, будет весьма страшно. Тихо. Не даем еще так же засирать себя выстрелами. Их не очень много, но если попадают, то это сразу очень больно. Из-за того, что у меня павлин, из-за того, что так опасно сейчас сражаться, я не могу и материалы пособирать комфортно. В итоге часть опыта, которая у меня бы так хорошо домножилась от павлина, я не могу ее собрать. Тихо. Окей. Нормально более-менее. Это не стоит того. 7% скорости атаки, которая понизит, мне все не хочу. 3 хп маловато. Хочется больше. Эффективнее какие-то апгрейды явно. Скорость атаки. Вот здесь будет хп большое, можно идти. Дай хп. 9 хп есть, окей, повезло, все-таки более-менее. Но много денег на реролы уходит, прям пипец. Острый соус тоже я беру ради хп, хоть он дает его не очень много, но тем не менее дает. То считайте, у меня сейчас какой там левел был? Какой у меня уровень? А, вот 20 уровень, это минус 20 хп. То есть у меня было бы 68 за обычного персонажа, но не было бы дамага тогда. Это ради чисто крит удара брать. Ну такое. Уклонение у меня в минус, я его вряд ли плюс буду выводить. Доска. Электрозаточка синяя. О, белая, точнее. Давайте объединим свои, в принципе. Будет проще найти, возможно. Что-то еще такое себе полезное. Так, сейчас будет орда. 48 хп. Ну, чуть-чуть получше потихонечку, да? Но еще много предстоит нам набрать. Такая, знаете, некая стеклопушка этот персонаж. Очень гибкий по предметам, может взять что угодно. Но нужно жить. Аккуратненько. Тихо. Возможно, что за новых персонажей будут открываться какие-то предметы, которые будут подходить именно для них. Тогда мне будет трудно их, на самом деле, как-то сделать за них забег, потому что я бы хотел как-то особо не повторяться по персонажам, по крайней мере, в ближайшее время. Ох, тут срут прям мобами. Конкретно так. Но будет видно. Минка. Но минка толпу у нас не гасит. Она добавляет, конечно, урона, но не является панацеей. Это не так, как в забеге с чисто минами. Правда, там были другие совершенно проблемы. Но зато на мину приходишь и сразу все чистишь. Так, давайте залутаем, потому что здесь целая куча материала осталась у меня. И да, улетело 83 сюда нахрен. 10% крит удара, замечательно, это много. Либо броню брать 2, либо ролить на хп снова. Давайте ролить на хп, наверное. Уклонение, инженерия, 3 макс хп. Давайте 4 скорости возьмем. Можно подкладку взять, она в процессе волны будет повышать мне хп немножечко еще, но не сильно. Но будет. Это тоже возьмем. Ну и сама дает 3 хп еще в том числе. Компас не хочу. Скорость атаки, в принципе, можно. Белая заточка еще одна тоже берем. Ролл. Еще одна электрозаточка. Прям насыпает их. Еще ролл. Урон за процент скорости. Это, конечно, хорошо тоже, но... Еще другие статы. Лазерная турель работает, будь здоров. Давай. Доп. Источник урона, который весьма стабильно будет, я думаю, окупаться. Погнали дальше. Пока что я, по-моему, только один новый предмет встретил, да? Слушайте, я бы хотел на самом деле новым предметом вот поиграть через дальнее оружие, посмотреть, вот если ты найдешь его рано, да, чтобы у тебя было пробивание, по сути, он повысит стабильность дальних билдов таких вот, типа как на дальних билдов, у которых нет прошивания, то есть на пистолет-пулеметы те же. Потому что раньше ты тоже мог пройти с ними без прошивания, тебе надо было гораздо больше урона. А прошивание тебе могло с ним повести, могло не повести. Предмет достаточно ситуативный. На уникального качества предметы, тем более на красный, точно рассчитывать не стоит, что они тебе попадутся. А тут белого качества, он, в принципе, более-менее нетрудно должно быть его найти. На него рассчитывать вполне можно. Но это только один из новых предметов. Что-то еще там, по-моему, на инженерии мне точно встречалось. Но я не знаю, что... Потому что, опять же, описание не читал, сам особо не смотрел. Пока что нормально держимся. Но ХП качаем дальше. Не забываем про него вообще ни на секунду. На каждой волне сейчас акцент сделаем в первую очередь на него. Хотя процент урона я бы тоже подкачал. Чуть-чуть опыта не хватает. Урон при пробивании. Другое дело, что у меня есть отскоки, а не пробивание. Наверное, мне это не надо. По-моему, нет таких пробиваний. Крит удара, один урон в миле. Минус 1 хп. Не нравится мне это минус 1 хп вместо чего угодно, но все-таки я возьму, ладно. Донорство крови. 40 сбора много.
Но вот эта тычка, которая 60 урона мне за волну снимет, на самом деле это не весьма неприятно. Даже с хорошим регеном. Но это сразу же мой реген станет не 1.89, считайте, а 0.89, условно говоря, да, ну как его порезало бы мне по силе. Не совсем объективно так говорить, потому что где-то у тебя будет про жизнь права, где-то что-то еще такое. Все-таки не хочу это брать, это много будет меня дамажить реально за волну. Ролл, не, белое сердце не стоит брать точно, оно слишком мало дает. Давай фиолетовую броню. Кража жизни плюс враги, нет. Доска фиолетовая, хорошо. Я беру. Нифига у меня там денег было. И буржуазия дали. За три оружия 4 уровня сразу же одновременно. Прекрасно. Донорство снова пришло. Сламенка давайте возьмем. Мне удачи надо докачать, чтобы поэффективнее он был. Да и процент корона тоже, на самом деле. Дальний сбора, наверное, не надо сейчас уже. Тихоходка. Нет, у меня мало уклонения. Толку от нее будет совсем копейка. Ранение в голову, в принципе, можно. Доска белая не помещается никуда. Ролл еще. Деревья за один удар. Ну, допустим, возьмем, чтобы он больше предметов не попадался. Сейчас будет элитка, надо вот по максимуму сейчас нарулиться, то есть акцент делать на текущую волну, чтобы на ней я хоть как выжил. Давайте уродливый зуб, замедление. Это, в принципе, приятно будет. На электроздочке, опять же, места нет. Скоро так за каждый выдержишь врага. Все тогда, да. Погнали, элитка, как, какая будет. Ох ты, блин, какой-то крокодил. Он резкий. Он резкий, бьет в разные стороны. Блин, пипец. Агрессивный весьма. Он будет душить прям постоянно. И бить его тяжело. Прям не самая простая элитка, я скажу. Ух, тихо-тихо-тихо. А, теперь он чередует еще, да? Он теперь создает круговую область и таранит. Ёж ты ж, блин. Он меня сейчас угрохает. Охренеть, элитка! Чё за жесть? Отступник и король. Чё за дикая элитка? Она гораздо хуже, чем все остальные, которые были вместе взяты. Серьезно? Это хуже, чем два повара, по-моему, вместе. Она на тебя дэшится, заставляет отходить, тебе надо не звать про других мобов, но при этом отходить ты далеко не можешь. А потом она еще ограничивает себя кругом и делает дэши. Слишком маленькая пауза между ее дэшами этим, ты просто не можешь... толком никак от нее ходить. Нужна большая скорость бега, чтобы от нее убежать, но если тебе ее не хватает, то тебе придется туситься около нее постоянно. И чисто от нее-то доджить уже можно запутаться. А там еще враги ведь другие какие-то подходят. Что-то жопа какая-то элитка, если честно. Какое странное у меня лицо у перса сейчас, а? Если так задаваться вопросом, задуматься, знаете, там, себе сдавать его. В чем были проблемы прошлого забега, я бы не сказал, что они какие-то были. То есть у меня было очень много источников урона разного, да? Там инженерии и прочее, я на все делал акцент. Соответственно, если ты качаешь себе прям все 4 типа урон, точнее, ничего себе качаешь, оставляешь их себе, не дебафаешь, точнее, то тебе трудно некоторые предметы набирать, потому что я старался инженерию в минус не выводить и при этом набирал себе инженерию в виде турелек. Но я думаю, основная проблема была не с этим, а с тем, что я просто была элитка, которую я нахрен впервые видел. И были бы там что угодно другая какая-либо элитка, которую я знаю, забег бы не закончился смертью. Поэтому не могу сказать, что там забег был из-за каких-то моих ошибок в плане выбора и так далее. Потому что я заранее так говорю, чтобы не налетели потом в комментах, что, мол, вот зачем ты это взял, вот зачем ты это взял. О, кстати говоря, карманная фабрика. Уникальный. Два инженерия при гибели дерева появляется появляется турель? При гибели дерева? Что за имбище? Обычная турелька, я так понимаю, но это все равно это... за лесоруба на турели. Как же это может быть круто? Если она прям навсегда появляется на весь этаж. Это прям весело. Но мне это не уверен, сколько нужно. Хотя у меня дерево есть, типа. Блин, ну вообще интересно звучит на самом деле. Ой. Так непривычно, блин, знаете, ты интуитивно играешь обычно, не обращаешь внимания, сколько у тебя хп. Если у тебя хп проседает, я не заметил, что у меня 10 хп всего лишь было, и что половина хп это на одну тычку. Дико непривычно. Вот, кстати говоря, мне посох выпал, между прочим. Правда, одного посоха будет совсем мало. Не знаю даже. Можно, в принципе, острую пулю взять, да, на пробивание чисто ради посоха. Но проблема в том, что минус 5% урона будет на все, а пробивание все равно будет слабенькое. Будет ли это пробивание мне давать реально больше киллов, я сильно не уверен. На практике, чтобы это работало. А с доской, мне кажется, что реально забег чисто на доски из этого персонажа идеальнее всего смотрелся бы, да? Но и с другими оружием просто вот кашел мало, малаши тоже вполне себе интересно поиграть. Но если для других оружий он просто позволяет себе играть с каким угодно оружием, абсолютно с любым, да? В связках, в смысле, с другими, да?
Что касаемо доски, это просто огромное количество, тройной скейл для доски сразу же. То есть прям импакта он для нее получает огромное количество просто. Ох, нарулил нахрен. Отдай процент крону. И 9 хп, то что надо. Ракетница есть взрывная. Могли бы ее взять. Вообще она бы мне была бы реально приятная, я думаю, по эффекту. Но все-таки я останусь, наверное, с текущими своими предметами, с такими. О, кстати говоря, карманная фабрика просто так на халяву мне пришла. Я не откажусь. Ролл в скорость атаки, наверное. Приятно. 6 хп, давай. Хп в этот раз мне наваливало дважды, я по 9 его взял. В итоге у меня его 49 на 9 волне. Нормально так, в принципе. Ну, у доски, кстати говоря, ребят, есть одна большая проблема. Когда у тебя есть другие источники урона, но ты учитываешь, что у нее дальность 150 базовая, очень маленькая. У заточек тоже 150, но она запускает молнии. И в итоге заточка нанесла, например, это 4500 урона, это 2500, 2600 почти. Здесь 609, здесь 600. То есть доска у меня на фоне заточек вообще ничего не бьет. У нее урон должен быть огромным, он, собственно, огромным и является, да. Хотя, кстати говоря, настолько ли он огромный? Погоди-ка. 60% мили, 60% стихийный, 60% инженерии, 20 урона сверху обычного, здесь 6 урона обычного, 80% от мили. Но разница в уроне не такая фантастическая, если честно. А, ну хотя нет, ребят, я посчитал, я думал, что может быть оно скейлится от максимального стата, нет, все правильно, 27 плюс 17 плюс 15 на 60% на 0,6 умножить и помножить весь итог плюс 20 еще и там домножить на процент на урон, получается как раз таки столько, сколько есть у доски. Просто что-то не ожидал, что электрозаточка не настолько сильно отставать будет, при том, что у него базового урона нет практически никакого. Но 80% мили скейл, типа, сильнее. Ну, разница, в принципе, у них есть, да, но что-то как-то я думал, что доска будет сильнее бить, если честно. При гибели дерева появляется турель. А где турель? А, вот, турельки есть, да. То есть два дерева сломал, не видел. Оно, походу, не на месте дерева, а прям рядышком где-то и не сразу же, может быть. То есть что-то сломал, так не заметил, чтобы они сразу появились. Погоди, а ракета, по-моему, давала больше дебафа на скорость. Так, по-моему, давала минус 6%, мне казалось. Не уверен точно. По-моему, ее сделали чуть получше. О, неужели я нашел призрачный скипетр? Он мне 8 хп дал, это в принципе... О, клевер, кстати говоря. Стоп! 20 удачи, 6% уклонения, минус 2% кара жизни. А клевер был в файлах игры, по-моему. Я то ли такой спрайт... Ну, точно было название клевер, какое-то было написано, что он не используется в игре. Я на вики эту информацию видел. Но я не читал его эффекта. В принципе, как предмет, выглядит неплохой вполне. 20 удачи, 6% уклонения, минус 2% кра жизни. Приятно статов заливает. Но сейчас он мне не нужен. Адреналин можно взять, но уклонения у меня тоже маловато. Ну, под большим вопросом. Много ли оно у меня нарегенит? Ради чистого уклонения брать? Ну, в принципе, ради уклонения можно. Давайте еще ролл сделаем. Банданы снаряды пробивают доп цели. Но минус 10% урона на все я не хочу себе брать. Лазерную турельку, в принципе, можно. Надо ли вопрос? Потому что... Она работать и будет, с одной стороны, а с другой стороны, все же не знаю. У меня сейчас элитка. Вообще, за эту перс я бы сказал, ребят, что проще, как и со всех сторон, за многих поиграть с разным... Ой, с одним и тем же оружием каким-то, да, просто 6 слотов одного оружия. Но он располагает к тому, чтобы играть как раз-таки не связанной такой пачкой, кашей-малашей. И, в принципе, я более чем не против. Надеюсь, что мне за счет этого не будет выносить мозг комментов, потому что есть отдельная... часть аудитории братата, которая, если ты играешь разным оружием одновременно, да, а не делаешь забег с 6 одинаковыми, начинают тебе мозг этим выносить, что, мол, вот, что ты делаешь. Нет! Снова крокодил! Сейчас волна пораньше, конечно, но... Неизвестно, какие здесь будут мобы, но черт меня возьми. От крокодила, слушайте, а хорошо от него вот так просто убегать. Пока он не будет меня ограничивать, по крайней мере. Рядом с ним тусоваться не особо хочется, но так ты убегать не сможешь всегда, потому что не всегда будет тебе хватать скорости бега. Да, у нас он там синий крестик появляется после убийства дерева. Ты, блин. А теперь ограничивать, теперь убежать из этой области уже становится сложнее, соответственно. Но он ей бьет... Ты, блин, боже. А по-моему, я успеваю убежать, кстати говоря, если чисто убегаю, конечно. Пец. Едва ли скорости бега хватает, но хватает. Я даже пытаться его бить не хочу. Ну в жопу этого крокодила. Серьезно, у меня он на первый взгляд... Может быть, на первый взгляд такое ощущение, но он кажется гораздо опаснее, чем любая другая элитка. Вполне возможно, что это первое впечатление из-за того, что я увижу впервые, не знаю, еще не готов к нему был совершенно ни сейчас, ни тогда. Но пока он очень противненько смотрится. С большим уроном проблем бы не было, но вот доджить попутно от него и от толпы, он дезориентирует сильно своими быстрыми действиями. Улитку я беру, кресло. Неповоротливым стать, да? Будет много хп, много регена, можно сделать себе. Хотя не так много, у нас будет минус скорости, потому что у нас сейчас ее плюс 11, будет минус 4.
по-моему, это не то, что я ищу. Ну вот прям не хочу я скорость терять. Это не старик. Все же как просто серии было. 9 хп, как для меня буквально. Неистовство более чем мне подходит. Оно будет скилиться от мили, от процентного урона. Взрывы, если мы найдем, бахнуть себе как-то тоже нам подойдет. Пускай будет. Ролл за 0. И тут у меня можно взять, в принципе, поршень астероида. Можно подкладку взять. Хотя подкладку не знаю, не особо хочу скорость терять, если честно. Порченые астероиды тоже под вопросом. В принципе, можно. Да, можно, да. ХП нужно. 66 хп у меня. Получше ситуация с ХП, чем в прошлый раз, конечно. Но сам забег заметно слабее, я считаю. И турелик у меня меньше гораздо. И в целом оружие, по-моему, послабее. И статов общего количества, по-моему, тоже. Зато выживаем. Зато живем. И, кстати, бородатый ребенок мне тоже более чем подходит. Стоит ли брать странного призрака под большим вопросом, потому что мне восстановиться будет тяжело прямо. Я могу скиснуть быстрее. И мне кажется, я скорее скисну, и может там орда будет впереди, ну и в баню. Не буду я брать призрака. Это тоже, ну это мне денег не хватает, в принципе. Можно шапочку, в принципе, себе взять. Я там 40-45 дальности взял за левел ап, поэтому у меня дальности минус 27, а че так мало? Что-то я вроде плюс 45 себе взял. Она все равно в минус, у меня на глаза червь был. Еще какие-то, может быть, дебафы дальности, на которые я не помню уже. Хотя были и очки, например. Ладно, поехали дальше. Вообще, касаемо деревьев, вот, знаете, это такая одна из механик, которую тоже можно вот обыгрывать, да. Но хорошо, что разработчик не ставит, скажем так, не додумывается, например, знаете, что можно сделать взаимодействие с деревьями каким-то, да, например, как турелька, да. Но не начинает напихивать все возможные взаимодействия с деревьями. Иначе это было бы достаточно однообразно, если бы у тебя через все базовые какие-то механики игры можно было играть через... Тоже это все по-разному абсолютно комбинируется. С одной стороны, вроде прикольно, с другой стороны, как-то было бы, наверное, too much. То есть, если бы, например, был бы предмет, который делает выстрел после слома дерева, другой предмет делает взрыв после слома дерева, другой предмет после взрыва, после слома дерева еще что-то. Если бы такого слишком много бы наделали, как-то было бы, ну, излишне, мне кажется. А вот какие-то такие одиночные предметики, да, в принципе, более чем. Я реально хочу теперь сделать за дровосека забег через деревья с турелями, на инженерию с ним. Ты ломаешь деревья, у тебя есть какие-то базовые турельки, и у тебя будет целая куча просто вот этих вот самых стандартных турелек в том числе. Звучит это очень весело. Стихийный урон 4. Ну, честно говоря, уклонение интереснее звучит. Зелье регенерации. Уникальный красный предмет. Регенерация ОЗ удваивается, когда у вас меньше 50% ОЗ. Регенерация плюс 3. Это старый предмет. Редко он мне встречался, но... Старый предмет. Я себе это возьму, наверное. Хотя удваивается регенерация ОЗ. Если удваивать нечего, если, ну, как будто толку мало. А у меня удвоение, типа, ну будет оно мне 7 давать сейчас, если я его возьму. Стоит ли оно того? Я сильно не уверен. С другой стороны, предмет недорогой вроде бы относительно. Давайте я возьму его все-таки. Как раз если у меня будет мало хп, знаете, то он меня подсаппортит. То есть меня подсаппортит в той ситуации, в которой это будет нужнее всего. У доски до сих пор очень мало урона, то есть от нее толку реально копейка. Она вроде и скейлится очень сильно, но другие источники урона у нее просто забирают все. Ролика возьмем, инъекцию не хочу, турельку давай, ролл за 0, мины, электрозаточка. Это все себе берем. Скорость атаки, в принципе, можно. Потому что процент урона у меня достаточно много есть его. Можно им пожертвовать чуть-чуть. Так, и сейчас самое приятное. А, стоп. Нет, это еще не красный левел, это фиолетовый только. Но все равно я хочу хп. 9 хп, вот, да. Много здоровья у меня, да. И в том числе посох помогает, хотя не только из-за посоха. Это просто у меня, в принципе, хп апов было много. 14 он мне дал. Считайте, было бы без него 64. Как-то так. Собственно, он тоже неплохо. Я еще возьму. Мне много не будет. Вот честно. Утилизатор чуть-чуть поздновато, но окей, все равно, пускай будет. Тентакли, у меня критов мало. Но тоже можно. Можно даже броню взять, попробовать. У меня и броня, и уклонение, в принципе, качаются. ХП чуть пожертвовать за этого-то перса. Не часто такое встретишь, да? Обезьянку тоже пускай будет. Ролл. Боксерская перчатка, мины. Этот перс реально может просто тонну всего у него в выборке есть. Что-то не возьми, оно будет за него работать. Но из-за того, что у него такой большой вот выбор приятных предметов, можно порой не добрать какого-то вот того же ХП, нужного параметра, да, потому что ты все видишь и все хочешь. Может, есть смысл за него, знаете, вот отказываться от какой-нибудь инженерии той же, да, или чего-то еще в таком духе, например, стихийный урон, если у тебя забег не через электрозаточку, там, не через стихийное, в общем-то, да. И им как раз-таки можно будет жертвовать, потому что мне сейчас, мне нужен и мили, и рейндж, и стихийный, и инженерия. У меня выборка предметов в то же время проседает частично некоторая, да, из них, потому что
все эти статы мне нужны, я все их не хочу понижать. Хотя на самом деле, если честно так говорить, я особо сейчас никто не заморачиваюсь, потому что все равно мне статов насыпается целую кучу. И если что-то полезное предлагают с минусом этих статов, то хрен-то с ним, забирайте, у меня их и так будет много. Хотя на самом деле эти статы мне нужны, и их минусовать не особо полезно мне. Может, был бы смысл выбрать себе стат, который ты будешь жертвовать, да, из вот этих вот дамажащих. Но как-то даже не знаю, вежливо, пожалуйста, пускай будет. Мины, перчатка, обезьянка. Ролл, паук. Скорость атаки за каждое отличающееся оружие. Плюс 18% мне даст. В принципе, неплохо. И 12% урона еще сам по себе. Минус 3% по ней, да хрен бы с ним. Приятный бонус весьма. Фиолетовая доска. Нужна ли мне доска, кстати, игре? Я вот не знаю сильно. Она бьет по-прежнему очень слабо. Давайте я не буду гнуть свою линию до конца. Может быть, я объединю эти две доски и возьму себе какое-то другое оружие просто вообще. Может, так будет лучше. Здесь минус крит удар, я не хочу себя понижать. Еще доска. Давай дальность пускай будет. Краж жизни минус бор. Давай краж жизни минус бор. Поехали, элитка. Новая или старая? Ох ты, блин, это что такое? Он с ножом. Он идет на меня. Ага, окей, понимаю. Он делает 4 линейных удара. Я не знаю, он их чередует какие-то разные, или он просто хаотично их бьет вообще. По-моему, хаотично бьет. Он выглядит сразу же гораздо менее опасным, чем крокодильчик, вот честно. С мили тебе, конечно, будет с ним, возможно, потруднее местами, потому что подойти тяжело. Ух ты-ка. Так, вторая фаза неприятная, кстати. Бьет дополнительно, помимо милишной атаки, еще и по тебе. Причем бьет этим очень часто, напоминает в этом плане повара, но агрессивнее. От повара проще немножечко было укуняться. Несмотря на то, что у повара было 3 выстрела, у этого 2 таких. Но они более чаще атакуют. Это на самом деле больше проблем доставляет в целом. Да, вот на второй фазе это посложнее уже становится его как-то дамажить. Я думал сначала, что пытаюсь его вынести. Сейчас что-то такой уверенности у меня уже нет. Хотя, с другой стороны, я в толпе на самом деле живу очень неплохо. Потому что я боюсь слиться, не хочется, знаете, так. На самом деле у нас потенциал забега такой, что я могу удержаться в толпе. Но все равно порой можно и переборщить с этим. 15 удачи, по-моему, не надо. Давай 6 хп. И 6% скорости бега, да? Да, давай тоже. Паука берем. Берем. Приманка. Если найдем вторую приманку, будет хорошо. А сумка уже на самом деле... Я не знаю, купит она себе или нет. Давай, пускай будет, ладно. Приманку берем. Турельку поджигающую. Ну, давай тоже, пускай будет. Я не против. А слоника можно. Ролл, пиявка. А не то чтобы дорогая, но сколько мне нужна вопрос. Да можно, я думаю, тоже. Ищем себе на самом деле какое-то еще оружие. Отличающееся, то есть не электросточку. Отвертку, как вариант, можно использовать. Она будет и колоть, но она будет колоть слабенько, если честно. Потому что у нас дубинка-то, эта самая доска наша особо не бьет. Ей мало времени дают для атаки, а отвертка еще меньше дальность имеет. Поэтому как-то даже не уверен насчет этого. Я бы предпочел какой-нибудь... Просто взрывное оружие, типа, ну, той же базуки, собственно, да? В таком духе что-то. Аккуратненько. Приманка, не знаю, за какого персонажа на нее дроп повышенный, у кого она в пуле находится. За кого можно было проще эту ачивку выполнить, то есть, да, если хочешь найти две приманки. Но мне кажется, что пока я буду других персонажей закрывать, которые у меня там открылись уже новенькие, да? Я думаю, что у нас в любом случае две штучки мы их встретим, если даже не в этой серии. Какой-нибудь другой, думаю, обязательно. Может быть, в будущем будут боссы новые добавляться, я не знаю, вот. Боссы принципиально три, так не скажу, что сильно отличаются, да? Потому что, ну, типа такая туша, которая весьма себе сильная. Некоторые лики даже могут быть противнее боссов, особенно с непривычки. Мне кажется, если бы сделали DLC какое-то, то как раз-таки в нем могли бы сделать отдельную такую, типа, арену со своим пулом мобов. Мне кажется, то, что стоящее посмотрелось. Если плоско увеличить контент, то вот в таком духе, мне кажется, в братате было бы хорошо. Так, трактор я разбираю, хоть он окупится за 3 волны, но потом сбор пойдет в минус все равно. Да и минус урона я не хочу брать. А он у меня дико дорого стоит. И неистовство, кстати говоря, да, надамажило, будь здоров, потому что у меня все это качается неплохо. Палка не то оружие, которое я хочу тоже. Явку слоненка берем, ролл. Дисковая пила. Огнемет можно взять, в принципе. Он будет постепенно дамажить, но должен выдать нормальный урон тут суммарно. Как вариант. Правда, его надо будет брать на следующей волне тогда. Кибершар тоже. Садик, в принципе. У меня фрукты усилены весьма. На 5 целых, поэтому он будет полезен.
Давай кибершар я возьму себе. Рольнем. Рольнем. Порченный строй не будем брать. 19 волна, погнали. Перед боссами как раз таки мы огнемет себе возьмем. Надеюсь, что с ними более-менее справимся. Я буду доволен серийкой уже. Хоть не получилось первого раза пройти, но тут оно как от забега к забегу не приходится. Когда как? Ну, могло пронести. Могло не пронести. Но двух новых элиток мы сегодня встретили. И надо сказать, что обе из них такие, ну, весьма любопытные. Мне просто было интересно, знаете, какие еще варианты атак, какие еще варианты действия разработчик придумает вот элиткам. Потому что, казалось бы, набор опций не такой уж большой. Но, тем не менее, элиток сделали так, что они совершенно по-другому ощущаются. Мне вот нравится этот элемент вратата, что она такая как бы вот, что вампир-лайком называется. Да, хотя не вампиры, а первооткрыватели этого жанра. Но неважно. Так, повелось их называть, такие игры. Но при этом не сохраняется челленджовость и вот требования к правильному доджу. И с боссами, с элитками это особенно интересно ощущается тоже. И с новыми в том числе. Но поначалу, конечно, они выносят прям пипец. Чего у меня отнимает? А, у меня минус 17 сбора. Лол. Что-то как-то я такой думаю, откуда у меня материал отнимается? У меня минусовой сбор, оказывается, давно уже. Плюс 5 регена, это много. Плюс еще, как бы реген, он невыгодно качается. Самый невыгодный стат. Белый реген 2 дает, красный дает 5. В 2,5 раза апгрейд. Многие другие оружия в 4 раза апгрейд будут. Навыки, точнее, пассив. Пассивки статы за левелапы. Но все равно это много, когда у тебя на выборке остальное белое и синее. Плюс еще для меня это будет 10 регена, когда будет меньше половины хп. Вот как так, я еще с учетом на этот момент думаю. Огнемет берем. И, кстати говоря, пауку этот перс должен в теории с повышенным шансом дроп попадаться, потому что он ему идеально подходит. Он может играть с разным оружием, отличающимся. Садик возьмем. Чила ради 4% уклонения не думаю, что стоит, а еще минус к урону. Ну его в баню. Фиолетовый скипетр. Поздновато, если честно. Не уверен, что он мне нужен. Давайте сделаем так, заролим его пока что себе, да, заочим. Может еще найдем синий, тогда будет красный сразу же, будет вообще хорошо. Дубинку кактус можно было бы взять, в принципе, вместо заточки какой-нибудь, да? Не вместо заточки, то есть совместить их и взять. Это как бы, скорее всего, будет менее выгодно по урону, но это будет интереснее. Все равно мы, если победим 20-ю волну, то у меня цели как бы зайти дальше, как можно. Все такое у меня нет. Я хочу просто фаново поиграть. В первую очередь. Так, аккуратненько. Там входим. Может быть, стоит за ним на самом деле бегать лучше, а сейчас вот. Тоже мне будет покомфортнее, наверное. Не надо будет лишний раз от этой руки уворачиваться еще. Сейчас он не то направление выбрал. И как-то не скажу, что я их уверенно бью, если честно. Но я надо понимать, что я не рядом с ними держусь, и у меня многие источники урона просто до них не достают. В таком случае. Надо все-таки постараться, если вдруг получится хотя бы одного снести. Хотя сейчас, если честно, этим не пахнет совершенно. Даже одним. Он еще сейчас начнет бегать от меня. Гаси, гаси, гаси. Хотя бы одного снести надо. Пожалуйста, 6 секунд. 5 секунд получится? Нет, получится, давай. Один. А, не снес. Приманка зато есть. Ачивку выполнили. Но не снесли ему такой писерючечки, хпшечки просто было. Можно было курсором на него направить, но, по-моему, там и так все атаки шли в него в первую очередь. Потому что я рядом с ним держался. Ну, я старался, но я поздно сообразил на это. Могли вынести как минимум одного, ну, могли вынести, может быть, даже двоих, если бы я сразу рядом с ними стоял. Не знаю, хватило бы забега или нет на это. Но, может, и хватило бы. Так, я бы, на самом деле, взял себе либо скорость атаки, либо процент куклонии. Наверное, процент куклонии пускай будет. И давай дубинку кактус по фану возьмем. Она тоже ему подходит, она тоже будет работать вполне. Скипетр тогда не будем, наверное, уже. Может, я бы себе заменил бы его даже на что-нибудь другое. К радиусу взрыва. Это будет работать на неистовство, которых у меня 3 штучки, в принципе, неплохо. Вариант. Ракета. Ну и огнемет тоже, собственно, себе. Берем роллы по ноль, у нас уходит на просто на один предмет, да. 22, 24, 28. А сейчас, прикиньте, еще парные элитки будут встречаться новые. Как бы, да, за счет новых вот этих вот элиток, которые весьма себе противные, игра может стать немного сложнее, по крайней мере, поначалу, пока ты не привыкнешь. А дальше надо смотреть. Но во многих играх, на самом деле, бывает такая тенденция, что вот враги и какие-то элитки или боссы новой школы, что я называю, да, они, кстати, более какие-то заморочистые механики могут иметь и более сложные, в принципе, в уклонении и в своих атаках. Но у многих игр такое имеется.
Возможно, что у них будет аналогично, поэтому... Я не удивлюсь, если они у игроков тоже позиционируются как более сложные. Относительно обычных. Но, опять же, время покажет. Их нужно побольше наиграть. А так, в целом, 20 волн прошли за этого ученика, за студента. Который символично так набирается знаний, теряет здоровье. С возрастом, точнее, с левелапами, да? Но и тебе при этом желательно следить за здоровьем. Вот прям вообще максимально символичный персонаж. Плюс стихийки, минусы за не хочу. Плюс к инженерии. У меня много чего на инженерию есть. И раз, и доска одна, и одна турелька, и две мины, и еще турелька. Давай, пускай будет, ладно. Не уверен, что мне это нужно было. 20 милишки. Охренеть, целая тонна. Даже для меня это будет ощутимо. Плюс 5 регена еще к тому же. Ну, минус 8% к урону. У меня его не так много, это будет, ну, тоже ощутимо. Но черт меня возьми, здесь 102 урона было, да? Станет нахрен 126. Ну ладно, не так много, на самом деле. Может, не стоило того, потому что... Далеко не все оно мне апает. А еще что-то дебафает. Наверное, не стоило, да. Ну ладно. Хрен с ним. Ролл, ролл, ролл. А, кстати говоря, колбаса 50 на 3 урона, это до хрена. Колбаса, этому перс тоже отлично подходит. Реально перс, что... Ух ты, блин. Мой маленький персональный ад. Два крокодильчика. Зато я от них оторвался, и все, они вроде успокоились. Не подходите ко мне. Не подходите. Ну, давайте сами к ним подойдем. Я все-таки хочу, чтобы с ними бой шел как-то, а не просто я вот так уныло убегал от них. У них тем более, что хп сейчас не так много, как в обычных волнах, да? До 20-й волны сейчас поменьше у них. Мне интересно с ними подраться в том числе. Тем более, что мы сейчас и толпу врагов рядышком отбиваем тоже неплохо. Поэтому можем держаться. В принципе, когда они вместе, если они рядышком держатся, то неплохо. Но когда они разделяются, это вообще противно. Снесу ли я их, кстати, вообще? Ощущение, что я с многих источников урона просто не достаю. Длинную долю урона я... Длинную долю времени я их просто не дамажу. Но все же... Да, один готов. Второй исчез, засранец. Почти добили, но это было близко, ладно. Так, это я себе возьму, это мы тоже возьмем. Кстати, ежика усилили, по-моему, раньше давал больше минус регена. Могу ошибаться. Как всегда. Вроде изменили, но могу ошибаться. 9 уклонения. И денег ни на что не осталось, да? Обожаю. Это не надо, давать дерево еще. В прошлый раз меня затроллила, конечно, игра, она дала мне 4 кольца за 20 волн. Я там обратил на это внимание, посчитали там в комментах. Которые по 3% урона за волну дают. За перца, который играет через инженерию, которому от этих колец толку минимум. Конечно, да, было очень смешно. Другой забег бы об этом мечтал просто. Еще там к этому там всякий там пояс, там всякие криты наваливали тоже, которые у меня не работали ни хрена. Шикарно было. Игра умеет иногда подтроллить тоже. Ну, с крокодильчиками. По крайней мере, одного крокодильчика мы сегодня вынесли. Я не знаю, как они называются, но у меня вот первая стация вот такая, по крайней мере, ну, глядя на их пасть. Такую. В целом, по дизайну враги мне нравятся. Они вполне уместно выглядят, вот эти новые. Я в бетку специально не играл, ждал релиза. Ничего по ней не смотрел, поэтому как-то так. Приятно, что ли, дождался. 3 секунды до конца волны. Так, мы сейчас что-то сможем купить, у меня много материалов, в принципе. А сбор все отрицательный, кстати, остается у нас. Берем 8 хп плюс 3 регена. Надо. Давай, наверное, огнемет себе бафнем, может быть. Он на 9400 бьет, в принципе, неплохо. Дубинка стала второй палкой практически, тоже бьет очень слабо. Ну, хотя побольше, но хотя бы лезвие эти раскидывает. А сколько? Выстрелы, снаряды. Раз, два, три. Все купили, что хотели. Скипетр синий до фиолетового апгрейднуть. В принципе, ну, можно. Фиолетовый брать как-то вместо синего не хотелось, да? Синий теперь. Правда, этот синий так-то тоже не дешевый. Уже сейчас он стоит до хрена. Турельку можно. Можно ракету еще одну. У меня скорость атаки достаточно. Погнали дальше. Опа. Летучая мыша какая-то. Ох, ни хрена у нее радиус атаки. А, ну смотрите, она плотно засирает, но очень далеко от себя. Выглядит вообще не страшно поначалу, по крайней мере. То есть, если она у меня на волне где-то встретится, вообще хрен с ним. Она ограничивает мне поле боя, я должен двигаться рядом с ней, а не бегать по всей арене, получается, да?
но при этом я рядом с ней чувствую себя буду максимально безобидно. Но на второй фазе она меняет свой стиль атаки и бьет уже рядышком совсем. Наоборот. И тоже, блин, дизайн какой сочный. Мне дизайном очень нравится. Действительно. Я хочу ее снести. Я хочу ее все же вынести. Меня сейчас сама снесет. Я буду так агрессивно действовать. Так, что она... Ух, нифига себе начала срать в конце. Она начала... Ох, вот это, кстати, очень опасно. У нас до сих пор, я вот что понял, у нас не было врагов, по-моему, которые стреляют, боссов, точнее, элиток, которые стреляют пачкой выстрелов именно вот так вот. Акцентированно. Был носорог, который в разные стороны их раскидывает. Был босс с рукой. Что у нас там еще? А, ну... Именно вот такой вот типа атаки у нас тоже не было. Обычно у нас там круговая какая-то атака, что-нибудь такое более-менее безобидное. Этот прям во все стороны просто bullet hell такой создает некий. Шмух. В принципе, давай. Глаза пойдут. 16% крону, замечательно. У меня белые электрозаточки. Ты что делаешь тут вообще до сих пор? Давай это самое, давай вот так. Сделаем с тобой. А, и все, деньги закончились, да? Снова неистовство. У нас будет шанс на взрыв уже 80%, если мы это возьмем. Неплохо. Тортик не хочу. Рикошет. Рикошет, возможно, будет снарядом давать до подскок. Моему посоху давать до подскок. Но минус 25% урона того не стоит. Раньше снаряд было минус 35%. Я тоже согласен с разработчиком более чем, что надо было дебаф ему понижать. Рикошет очень приятно. В целом это выгодно. Но, блин, дебаф адский, конечно, был. Сейчас стал меньше. Но мне он того не стоит, потому что у меня многие оружия получат по полной программе дебаф. А бафа будет, типа, для трех оружий. Может быть, огнемет отскакивать тоже начнет в конце, я не знаю, после своих прошиваний. Может и нет, может и не действует. Потому что у него вроде как он считается проджектайлом полноценно стреляет, считайте. Просто у которого бесконечное прошивание. Я не помню, что сначала работает отскок или прошивание. Если сначала отскок, он типа отскакивает, а потом летит. Вроде мне писали, что у меня выстрелы базуки тоже отскакивали, кстати говоря. Когда я бегал так. С рикошетом. Но не то, что мне это сильно нужно там. Ну а на заточках это просто будет процентно слабенький бонус. От дебафа по полной программе. Пока, на удивление, мы держимся вроде и неплохо. Хотя у меня треть оружия не особо работает. Часть у меня где-то помогает мне просто, например, посох. Хотя на самом деле посох, когда ты качаешь урон, он под конец становится уже весьма себе сильным. И можно на нем даже вполне себе выживать. Более чем. Экзоскелет. Пачка статов. Давай. Приятно весьма. Неистовство посох. Инъекция. Нет. Еще одна приманка. В принципе, давай. Ролл и колбаса. Но колбаса, видите, она даже сейчас с одним стаком своим, она не так много наносит урона. Хоть у меня стихийка целая куча, еще и процентный урон докачивает, да, который отхроноскелится. Но сколько-то волн у меня уже находится, нанесла всего 4000 урона. Она по-прежнему до сих пор слабая. На фоне... Хотя на фоне кибершара так-то не особо. Но у меня и удачи мало. А стихийки относительно удачи много. Потому что удачи... 45 удачи это мало. 27 стихийки это дохрена. Как-то не знаю, не сильно впечатляю себя предметом колбаса по-прежнему. Даже если у тебя есть стихийный урон, она все равно бьет весьма себе слабо. Потому что крайне постепенно. Не всегда эта постепенность тебе нужна. Так, а у меня на какой там волне были стрят третья пачка элиток? Как-то я даже, знаете, я так иду по вот 20-м с плюсом волнах, я их вообще не чувствую сейчас. Хотя, казалось бы, забег вроде не выглядел каким-то сильным прям. Но сейчас все так спокойно. Я думаю, что забег закончится по щелчку пальца очень внезапно. Потому что бьют враги сейчас сильно. Как только меня начнут зажимать, я умру быстро. ХП у меня не то, что много. Поэтому, думаю, такая ситуация будет тоже неизбежна вполне. Весьма скоро. Думаю, либо на элитках, либо, может быть, на какой-то волне чуть ближе 30, но уже потихонечку подкрадывается оно. Что-то я чувствую. Так, яйца сжигаем, ломаем. Да сейчас уже мы всех врагов, в принципе, спокойно, быстро выносим. Можно не париться насчет них особо. Так, это берем. Уклонение 9% еще можно тоже взять. Колбаса, ну, допустим, пускай будет. Ролл. Дубинка кактус не надо. Удачи 20, минус 2 регена. Думаю, не надо. Магия пришельца. 8 хп. Ну давай, я ее возьму. Хоть минус удачи для меня тоже негативный эффект имеет, но
пускай будет. Инструменты. Я в прошлый раз за крепик, кстати, написал, да, как оно, оказывается, работает. Оно повышает тебе скорость атаки само по себе. И вот это вот 50% от скорости атаки имеется в виду, что ускоряет восстановление ваших построек на сколько-то процентов. Я не понимал, как это обозначает. Даже хоть здесь у нас индикатор скорости атаки, но непонятно было, что, как это вообще работает для меня. Оказывается, оно повышает скорость турелек на 50% от твоего стата скорости атаки. Соответственно, скорость атаки появляется смысл качать с инженерией. Но только в том случае, если у тебя есть этот предмет. В других случаях нет. Вот как-то так. И это на самом деле очень ощутимо, но насколько мне это нужно, я не знаю. Наверное, да, все-таки нужно. Потому что турельки у меня есть, вполне. Вон, у меня целая пачка появляется старта. Ну, там, правда, еще мины, но мины и садик тоже на это работают. Плюс еще из деревьев появляются турели. Хоть обычные, но все равно их может быть много, и они попукивают, постреливают, в принципе, приятно. Вот эти танки, кстати, сейчас уже весьма так долго выносятся. Я не уверен, есть ли у меня зуб. Есть ли у меня зуб? Уродливый. По-моему, у меня нет зуба. Могу ошибаться? А, нет, есть звук в конце, вон. Ну, это такая штука, когда записываешь и играешь сам, смотришь как-то на список, да, и у тебя просто в глазах все разбегается. Когда я смотрю со стороны, я сразу замечаю, у меня зрение легче простого фокусируется на том, на чем нужно. Ну, бывает такое то, что смотришь, такой, типа, думаешь, как можно не увидеть то, что на то, что автор там буквально чуть ли не курсором указывает. Ну, спокойно можно не увидеть. Ну, тут все-таки я заметил. Звук есть у нас, да. Скорее всего, где-то когда-то в начале купил. Я уже забыл про него совсем. Я все забываю посмотреть, где у меня там элитки будут. Потому что, по-моему, сейчас было только две волны элиток у нас. Блин, бьют-то сильно уже. Несколько ударов, я скисаю. Это, наверное, я не буду брать уже. Мне бы либо... Давай уклонила. Да, сейчас две элитки будет. Аптечка. О, аптечку бафнули, кажется. Да, она раньше давала просто плюс 10 регена или плюс 5 регена, не помню точно, и минус 10 удачи, что-то такое. Наверное, плюс 10 регена что-то давала. А сейчас еще плюс 2 к параметру регенерации каждые 5 секунд до конца волны. Вот это прикольно, потому что раньше аптечка была одним из самых слабых красных предметов. Пытка осталась такая же. Ну, давай я, наверное, аптечку возьму. В принципе, она регена реально насыпает себе много. Инструменты у меня остаются, к сожалению, взятыми сейчас, и, возможно, что на этом у нас кандалы. 8 регенерация... 8 инженерия, 80 дальности, ваша скорость ограничена текущим значением. Ух ты. Типа как наручники, но это на ноги, соответственно, скорость ограничивает себе. Но дает не такие, то есть скорость тебя ограничена на 30, это более чем достойно, доступно вполне себе. То есть тебе больше-то и не надо набирать особо. Это комфортное значение. И дает на самом деле много статов, чудовищно много дальности. Но инженерия тебе не всегда нужна. Инженерия с дальностью тоже. Но и 8 реген дает, потому что хороший предмет весьма. Частенько, мне кажется, ты будешь его брать ради регена и дальности просто даже, и того, что дебаф от него не особо опасно для тебя. У меня соуса нет, да? Да, у меня соуса нет, 0 урона не написано, я думаю так. Погнали, последняя волна, возможно, наша. Крокодильчик и этот самый. И самойнер, да? Стараемся выжить. Так, яйца ломаем, потому что все-таки выносить этих врагов будем какое-то время, особенно если они будут под бафами, это будет вообще противно. Ну, пока вроде как все нормально, но потом я помирить могу очень-очень резко, да, вот про что я говорю. Враги уже жрут сильно. Так, он пошел ограничивать меня областью этой. Если я бегаю стабильно, да, в одну сторону и не наискосок, то я от нее успеваю уйти, но, по-моему, меня сейчас грызут. Сожрали, да. Зато мы открыли рыбака, он очень довольный, судя по его лицу. И открыли палка-воевалка. У нее урон от левела апа? От левела картошки? Вообще такое в голову не приходило, честно. Тип урона. Примитивная средневековая. И часть от мили еще. От левела апа он скелится сильно, но при этом много их ты не наберешь. Но в принципе 20 левелов даст ему 15 урона получается. Это весьма приятно тоже. К базе. Такой тип, ну как дополнительный скейл. Чередует колющие и рассекающие атаки. А, напоминает чем-то этот самый, как его меч, по-моему, так же аналогично работал, да? Ну и описание персонажа пока что, ребят, мы читать не будем. Вот такой получился у нас забег. По урону доска в конце начала носить урон, но на фоне заточки, опять же, она сильно отставала. Дубинка столько же, огнемет много дамажил, кстати. Ну и посох уже проседал, да.
Вот как-то так у меня. Глаза там сколько-то надамажили, все остальное. Колбаса не очень много, слоник. Не то чтобы тоже очень много, на самом деле. Но опять же, у меня удачи было маловато относительно других статов. Что еще тут у нас вообще дает с описанием урона-то? Во, бородатый ребенок, 190 тысяч, вот это я понимаю. 152 обезьянка восстановил, но это надо понять, что это здоровье все, которое именно было для меня дико полезное. Адреналин тоже полезное ОЗ показывает, не все, которое срабатывает, то, которое именно восстановило фактически. Поэтому такое число получилось. Хороший был забег, такой любопытный весьма персонаж. Первый мне весьма понравился. По порядочку будем смотреть, ребят, дальше следующих. Уже в других серийках. А, я второго не разблокировал как раз, да, надо закончить волну с 10 или более живых деревьев. Ну, ты берешь себе дровосека и идешь просто вот, экономишь деревья. В общем-то, вот и все, как это анлокается. Может, я это быстренько в начале следующей серии сделаю, будет видно. Как-то так. Я так понимаю, что у нас теперь, например, за дикаря появится, да, появится палка-воевалка. У нее кража жизни 30%, кстати говоря, вот что я не заметил еще. Она регенит неплохо. А, нет, стоп. Нет, это у дикаря особенность. Блин. Где в баню? Вот у рыцаря тоже там меч есть. Чередует колющие рассекающие атаки. Вот, да-да-да, типа такого же. Но другие скейлы. Как-то так, ребят, релиз игры. Весьма интересные элитки. Их теперь будет разнообразие гораздо больше встречаться тебе, в принципе. Приятно. Больше оружия, больше картошек. Будем играть, будем смотреть. Надеюсь, что ребятам понравилось. Вы ждали, как и я. Подписывайтесь, ребят, на канал, если вам зашло, я буду очень рад. Ставьте комментарии, двигаться тоже будет приятно. Вставайте на сервер Discord, общаться на канал, теряем, что сейчас случится чего. Но я ждал, ребят, всем хорошего настроения, такого же дня, всем удачи, новых встреч. Всех пусть, и всем пока.